Шиншилла – бесподобный экзотический зверек с огромными глазами. Останавливая свой выбор на приобретении такого домашнего питомца, мы сразу задумываемся о том, какие условия ему нужно создать. Начнем с выбора клетки. Какой размер придется шиншилле по душе? В нашем магазине есть очень большой выбор клеток, но для шиншиллы очень подойдет высокая клетка, многоярусная, для ее хорошего содержания. Шиншилла – подвижный зверек, поэтому в клетке должны быть этажи с лестницами, чтобы ей было где побегать. Кормушку и миску лучше подвешивать, чтобы питомец не превратил их в туалет. Дно клетки выстилают опилками. Также в рационе шиншилл должно обязательно присутствовать сено. А специальный циолитовый песок необходим для купания пушистого зверька. У него очень чувствительный к загрязнению мех. Естественно, корм и всякие разные лакомства. Лакомств есть много, достаточно большой выбор у нас. Не только для шиншилл, хомяки, кролики, крысы, мыши, морские свинки. Сейчас таких грызунов очень часто заводят дома. Они неприхотливы и дружелюбны. Разнообразные товары по уходу и содержанию питомцев представлены в зоомагазине «Пушистый друг». Большую часть жизни шиншилла и другие грызуны проводят в клетке. Поэтому, чтобы им не стало скучно в ограниченном пространстве, можно использовать вот такие полупрозрачные шары для прогулки. Все это и многое другое вы найдете в зоомагазине «Пушистый друг». Он расположен на цокольном этаже в торговом центре «Аист».